В первой половине 2020 года татарстанцы оформили 21 600 ипотечных жилищных кредитов. В июне количество кредитных договоров по ипотеке выросло на четверть, до 4 тысяч. Отмечается, что уже за первое полугодие их объем достиг 45 миллиардов рублей, что на 18,5% больше, чем годом ранее. Что касается последствий для экономики Республики Татарстан, то они, естественно, положительные, поскольку ипотечное кредитование фактически обеспечивает приток финансовых ресурсов в строительную отрасль республики, что позволяет максимально загрузить республиканские строительные мощности, а это, естественно, и новые рабочие места. По мнению Банка России, этому способствует снижение процентных ставок и государственные меры поддержки ипотечного кредитования. Процентная ставка действительно снизилась очень значительно, что позволило большему количеству потенциальных заемщиков претендовать на получение ипотечных кредитов. Вторым фактором стало расширение различных программ поддержки, в том числе поддержки семей с детьми, увеличение объемов материнского капитала, что тоже дало возможность молодым семьям больше брать ипотечных кредитов и приобретать жилье. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс.